Медведи есть и были всегда. Вокруг ведь тайга. Иногда они выходят к людям. Впрочем, мы тоже в лес наведываемся нередко. Пропустить или уступить. Понятия разные для водителя и пешехода. Радость жизни в детях. Калинка отметила юбилей. О событиях недели в дайджесте. Вот такая запись появилась в паблике «Типичный Междуреченск». Хозяин тайги снова вышел к людям. На этот раз медведицу с медвежатами видели жители поселка Усинский. Утром в 7 утра они вон тут всю дорогу они истоптали. И я утром вышел на крыльцо, они вот здесь вот на полянке. Медведица и два медвежонка. Изменения в правилах дорожного движения, касающиеся нерегулируемых переходов. Если раньше водители были обязаны пропустить пешехода, то теперь новая формулировка – уступить дорогу. Это значит, что автомобилист обязан уступить дорогу пешеходу, только когда он находится непосредственно на дорожной полосе. Движущийся автомобиль таким образом может создать помеху пешеходу. В том случае, если пешеход стоит на тротуаре и разговаривает по телефону, водитель не обязан пропускать его. Вот уже 35 лет Калинка занимается воспитанием юных междуреченцев. Работники детского сада – высококвалифицированные педагоги. Они любят детей и свою работу. Работают такие специалисты, как учитель-логопед, педагог-психолог. Проводят занятия с детьми, учитель-логопед проводит занятия с детьми подготовительной группы, а психолог работает по запросу со всеми детками.